Немного детям еды привезли. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Добрый день. Мы тут с вам с подарочками. Можно разложиться. Подзовите. Детки. Подходите, для вас трошки чего вкусного привезли. Проходите. А можно воды вложить, а раздавать мы будем уже потом по-честному всем одинаково. Можно на столе. Пожалуйста, там стол. Да, давайте, давайте там можете. А мы потом они покушают, а мы им раздадим. Все, да, потом хорошо, трошки сладости, трошки такого чогось потрошки пособирали. Привет, как ваши дела? Кулачок. Мне не кажется, что это дядечка военный похож на крестного. Чуть-чуть. Привет! Як дела? Як ваші дела, дівчатка? Що ви, нові корзинки діяли, чим ви займалися? Ні, я корзинку спросила. Да? А я бачу, ти ж тут плила, да, по-моєму, прошлий раз? Клас! Це для украшений, да? Да. Яка красота! Красиво, умничка. Короче, мы с Ростиком играли в Супер Бэт. Такая игра на телефоне. Он сейчас. Да? Давай. Класс. Мы бы так бы играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ой, какие козики, это класс. Здравствуйте, мы тут это. Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой. Хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей. Родных. Родных там и так далее. Все, которые не поэтому, замечаем. Поэтому очень сильно. Да. А друг ну, вы уже тут все сами подружились, а скоро будете выбираться, если будете все вместе дальше дружить. Да. Будете, да? Да. Класс. Ура. Класс. Какие вы день вообще тут уже? 5 марта. 2 месяца будет. 2 месяца? Да. И сколько дней уже не считаете? Ну, 1.5 месяца. Сегодня какое? 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На работу пішли і так тут і осталось. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор, и вот застряли в бомбоубежище. А ви работаєте? А хто тут работа? Хто тут? Ой, аккуратно. Смотри. А ви теж тут не працюєте на комбінаті? Я муж работаю. А, муж, ви сюди. Я там цеху работаю. И вы тут как пришли, ну, так, да? Ну, все с семьей пришли. Ну, как все, бабушка, дедушка остались дома. Из какого числа? Со 2 марта. Ага. Не считает, а сколько считает? Уже пересчитались. Очень хотим домой. А дома, судя по всему, нет. Ну, будем надеяться на коридоры какие-то. Будем надеяться. Потому что кушать уже заканчивается. А вы тут сколько дней уже? Вон 50. А вы тут працюете, чи є? Ні, ми родичі. Але тут нам здалося було найбезпечніше на той момент, коли ми сюди потрапили, оскільки був обстріл, і наші будинки були вже неприйнятні для житла, і тому ми приймали рішення переміщатися сюди, да, на перебування сюди. І з 27-го ми тут вже на постійній основі знаходимося.
Я знаходжуся на комбінаті «Зосталь» у бомбосховищі зі своєю родиною вже з 25 лютого. Це понад півтори місяці. Ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходитися в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях. Всім дітям, у нас тут багато дітей. Ми потребуємо евакуації з комбінату «Азовсталю» і бажано просимо, благаємо про гарантії безпеки для наших дітей. У нас знаходяться понад 15 дітей різного віку, від немовляти до дітей 14 років. Кожна родина переживає за життя і здоров'я своїх дітей в першу чергу, своїх батьків, які тут знаходяться і потребують медичного лікування, медичного забезпечення, які вже втрачають сили життєві для того, щоб вибратися звідси. Ми просимо про гарантії безпеки для наших родин, для того, щоб ми могли вільно вийти і щоб була тиша, бо наші діти, які вже перебувають тут, вони жодного дня не буває так тихо, щоб не стріляли, і вони не боялися навіть просто, вибачте, сходити в туалет, бо це таке потреба життєва, звичайно, людська, яку вони не можуть просто задовольнити. Про те, що ми знаходимося тут в скрутних умовах через те, що все це відбувається вже довго, достатньо довгий час, я хочу сказати теж, оскільки жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо все, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно виїхати на мирну територію України з комбінату «Азовсталь», де ми саме перебуваємося в бомбосховищі. 21 апреля 2022 года. Мы несколько дней назад уже обращались к вам с просьбой о том, чтобы вывезли нас. Мы находимся на комбинате «Азовсталь», но нас никто не хочет слышать. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Мы хотим видеть мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. 27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Вообще, очень хочется выбраться отсюда, чтобы это было безопасно, чтобы никто не пострадал, и жить в безопасности. Выбраться на территорию Украины, вот во Львов, потому что я ушла только с мамой и бабушкой. У меня остались братья. Один брат, он на момент нашего ухода, он был в Харькове. Успел выбраться во Львов до того, как начались уже, уже на этот момент Харьков бомбили, но было еще более-менее нормально. Хочется выбраться, чтобы безопасно обязательно все было, чтобы не получилось так, что вот мы выйдем и на свой страх и риск идем, нас там по дороге теми же осколками, например, попали. Хочем отсюда поскорее выбраться и... Спасибо военным, которые нам приходят, еду приносят. Спасибо им за поддержку. Чтобы мы отсюда вышли, увидеть солнце наконец. Потому что мы уже здесь как 2 месяца сидим, и хочется увидеть солнце. Потому что тут включают свет иногда и включают. А на улице, чтобы когда построят наши дома, то мы можем жить спокойно. Уж лучше победить Украину, потому что Украина – это наш родной дом. Я вообще с другого цеха ЦРС, мы сюда переехали где-то числа 3 марта, поскольку в наш цех начали перелетать снаряды. Из-за этого у нас начальник конвертерного цеха предложил свою помощь переехать в его руководство. С ним я был здесь, принимал участие под моим... Я был старшим ЦРСе,
поэтому мы тут. Хотелось бы добиться режима тишины, чтобы можно было спокойно покинуть завод. Я здесь нахожусь уже 56-е сутки. Еды мало, воды мало. Просто хочется выйти и увидеть своих родных, близких. Сделайте нам мирный коридор, чтобы можно было безопасно и спокойно вывести женщин, детей, стариков. Потому что долго мы так не протянем.